Бизнес-ньюс. В гольф приходят по разным причинам. 5 часов на свежем воздухе, в приятной компании. В том числе прагматическим. Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом, да? Но одного не отнять. Такой пул знакомых в гольфе, да, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни. А все потому, что... В гольфе человек открывается. И уж точно можно сказать... Попробовал один раз и в принципе, зацепило так, что... Каждый вторник слушайте программу АП-Гольф. Ответим на все вопросы о гольфе. Можете пояснить поподробнее, кто такой кадди? В 15:30 на радио Болком. Добрый день. Программа АП-Гольф в студии. Анастасия Смоловская и гольфист, владелец издательской группы АП-Гольф, председатель правления АП-Холдинг Александр Петров. Здравствуйте. Добрый. Сегодня эту программу проведу, помогу. Ассистирую я, звукорежиссер Родион Золотарев, и напомню сразу телефон прямого эфира, по которому можете звонить и задать интересующие вас вопросы: 67212-93-9, 67213-93-9. Ну, такой у нас уже цикл программ получается, я, правда, в первый раз, но слушала, конечно, то, что было до, и уже про историю гольфа вы поговорили, так, можно сказать, познакомили с разных сторон, и такого яркого представителя этой такой гольф, ну, не тусовки, такого общества целого, можно сказать, Наталья Гаврилов была в этой истории, в студии приводили вы, а сегодня мы поговорим о том, как начать играть в гольф. То есть мы сейчас, скажем так, рассказали историю, и перед тем, как мы, вот у нас там по программе идет там клюшки и все остальное, там терминология, то есть хотелось бы поговорить о том, как прийти в гольф. Вот это, кажется, самый простой шаг, да, то есть как бы он вроде не сложный, но самый сложный он, по большому счету, для каждого человека. То есть если человек, вот как бы он видит гольф где? На поле, в телевизоре, и если у тебя нету в кругу людей, которые так или иначе связаны с гольфом, то, в принципе, это такой очень сложный процесс. И, как... Сложно собраться. Ну, даже не собраться. Здесь массу, скажем так, это даже мы на пробежку не можем выйти на улицу, а уже куда-то поехать, там, заморочиться с клюшками, там какие-то другие дополнительные действия. Причем, когда не получается, еще тут там, ты понимаешь, что ты не знаешь ничего. Это самое сложное. Выйти побегать-то это. Каждый может, ну, скажем, недолго, хотя бы точно. Поэтому наш как бы вот опыт показывает о том, что вот агентство, что очень много людей, которые собираются играть в гольф, они, ну, не всегда, ну, понимают, собственно, что это не самое сложное, самый сложный в жизни поступок, но этот поступок, как говорю, он может повлиять на все дальнейшие жизненные даже вектора. То есть, и как бы начать, вот как бы мы всегда говорим, начать надо с тренера. То есть есть у нас 3 таких больших гольф-поля, это Вест, Юмала, Оза, но тренера, скажем, для начинающих плюс-минус одинаково. То есть вот, скажем так, уже потом где-то есть у нас более профессиональные, PGA-тренера, все остальное. Но для начинающих самое главное, чтобы тренер, кроме того, что он знает технический момент, чтобы он был лично вам подходил как человек, потому что, ну, как бы мы знаем, кто-то через глаза, кто-то через уши. И когда не совпадает, это очень дискомфортно. И тогда, в принципе, вроде как бы все понятно, но ничего не понятно. Вот это очень важный момент. И как бы наш добрый совет – это то, чтобы изначально подобрать того тренера, который по душе. По каким критериям? Как понять, что твой или не твой? Ну, в данном случае, что если вы сможете с ним поговорить, кроме гольфа, еще там о каких-то других видах спорта или каких-то других темах, это уже, скажем, тот формат, который позволяет говорить о том, что вы с человеком о чем-то хотя бы, ну, то есть, чтобы, потому что этот гольф – это не удары по мячику, это один из элементов гольфа – удар по мячику, так скажем, а все остальное – это коммуникация, это погода, это там… Солнышко или времяпровождение такое. Да, это как бы образ жизни, назовем так это, да, то есть как бы. И вот начать с тренера. Потом, конечно же, это самое такое тоже, это попробовать себя в турнирах. То есть вот это тоже такой очень важный момент, когда человек кажется, ну, как мы все, когда приходим, когда не играем долго, там, даже когда долго не играем, приходим в турниры, и кажется, что очень неудачно все. И тогда уже, когда в турнирах ты понимаешь, что ты не один, не можешь попасть по мячику, тогда отлегает основной момент, что я один, у меня одного ничего не получается. Нет, когда ты видишь вокруг себя таких же людей, которые начинают этот путь,
и вот это общее горе, как это, когда не можем попасть в мячик, она очень сильно людей объединяет. Это вот, наверное, одно из очень много людей, которые начинают играть в гольф, они могут там, через 5 лет не вспомнить там, вчерашний флайт, да, но вот с кем они начинали, они всех ну, поименно помнят, да, то есть это. Вот, это важный момент, да, то есть как бы для детского гольфа это отдельная сейчас очень сильно развивающаяся индустрия. Родителям надо понимать, что это не столько даже расходы по финансам, хотя тоже это несет за собой, это время, это родительское время, потому что ребенка ты привозишь на гольф, и он там 5 часов на поле или там 2 часа с тренером, опять переодеться, опять назад. Ну, то есть это, ну, как бы это время родительское занимает. Как бы. Конечно, дети, которые сейчас играют, вот я вижу, там 12-летний паренек, он так лупит по мячику, как бы, что там при всем желании, там я даже в жизни такой никогда не ударю. То есть, потому что у него там нету ни... У него конституция уже заточена изначально под удар. То есть у него технически вот есть у нас. Артем Малышков, вот есть у нас такой игрок, это сын Игоря Малышкова. Вот он с детства играет, вот сейчас он тоже уже там 20 с чем-то лет, как бы, но он так лупит по мячику, что просто сказка. То есть, как бы, смотрю, что он делает, что он ест. А у него просто есть техника. То есть, и вот, опять же, по детскому гольфу очень многие, кто начинает рано, они потом уходят в университеты, и, соответственно, обучение уже идет за счет университета. Потому что, как мы знаем, в гольф-команды, то при определенном хандикапе, то есть это уровень игры, если уровень игры хороший у человека, то университет забирает, то есть ничего платить не надо, и, собственно, там учишься через пень-колоду, то есть просто ездишь по гольф-полям от университета, под флагом выступаешь, как бы, и получаешь образование. То есть, как бы, это тоже как бы, достаточно такой приятный момент, и родителям в том числе. То есть, бонус. А? Бонус такой. Ну да, это хороший бонус. Это... Ну, тут главное, чтобы надо понимать, чтобы когда работа, когда гольф переходит в работу. То есть вот это тоже вот такой тонкий момент, когда для тебя гольф отдых, но в какой-то момент, как вот как-то играли, вот сейчас проходит именно чемпионат, Виктор, кстати, там выступает, и они играют, по-моему, уже 5-й день подряд. И еще 3 дня впереди. То есть это 8 дней подряд, это уже как бы. В какой-то момент ты задумываешься, что это уже не столько игра, сколько уже какой-то формат работы. Надо утром встать, взять клюшки и на поле. И так каждый день. И так каждый день, да, и так каждый день. То есть одно дело пройти 15 километров один день, второй день 15 километров, пятый день. То есть как бы это уже накапливается усталость. И там вот уже идет игра в каких-то моментах на выносливость. То есть где-то психологическая выносливость, то есть... Что еще, вот какие еще есть моменты, которые вот надо знать, чтобы попасть в гольф? Это, наверное, найти единомышленника среди своего окружения. То есть у нас сейчас, в принципе, гольф развивается, и если задать вопрос просто своим друзьям, коллегам, кто играет в гольф, ну, в 90% случаев можно найти. То есть вот даже мы с вами пообщались, да, у вас мама играет. Да. Но есть игроки такие, которые раз-два, есть такие, кто погружается, ну, причем я, в моем конкретном случае, мои знакомые, они прям вот, как вы говорите, работа. Когда летний сезон, ты знаешь, что ты человека не увидишь, у него игра-игра, турнир, турнир, игра-игра, потом еще турнир. Ну, это как у гольфистов есть такая история. Чем у тебя ниже хандикап, то есть не самый лучший хандикап, это единичка, тем меньше ты общаешься с людьми. То есть, вот, чтобы получить там пятый, единичка и пять, то есть, в принципе, ты живешь на поле. То есть, вот средний хандикап это 15-16, это такой типа шалтай-болтай. Ты еще в реальном мире существуешь и на гольф-поле существуешь. Это вот есть. А потом? А потом уже, да. Но это уже, вот я говорю, это уже работа. Это уже работа, которая, как бы, ну, для каждого свое. То есть, как бы, да, сезон забирает. Гольфистов с реального мира. Но опять же, это говорит о том, что гольф затягивает. И это не самое плохое, что происходит с людьми, так скажем, да. То есть, потому что это воздух, это хорошая компания, это там хорошая кухня, как бы, и всегда хорошее, ну, скажем, настроение, как идет игра. Но, в принципе, опять же, в какой-то момент ты уже учишься быть психологически устойчивым. Потому что гольф, как я говорю, это спорт эгоистов. То есть там не на кого свалить. Мы, конечно, пытаемся свалить, там кто-то сказал, кто-то там звук какой-то, но по факту ты играешь, ты сам за себя отвечаешь. Никто, кроме тебя, не виноват. Если ты там криво ударил, то как бы, то есть, ну,
только если кривые руки. Ну, только на это списать можно. Это... Напарник. А? Напарник. Единомышленник. И да, это единомышленник, который, как бы, его можно всегда найти. И насколько я знаю, то, ну, скажем, любой гольфист, он всегда поддержит. То есть, как бы, да, ему может быть в какой-то момент неинтересно гулять по полю с начинающим, но это как через боль где-то это делается. Вот были турниры, я знаю, в Вестуре делались турниры, когда один гольфист и два люди, которые вообще ничего не понимают в гольфе. Очень познавательно, очень многие люди, скажем, понимают вот просто вот какие-то базовые форматы именно психологического гольфа. То есть не как ударить, а вот как... Ну, не расстроиться, что ты не попал, как, скажем так, ну, не оставить удар, плохой удар за собой, то есть не вести его, то есть как бы как вот люди живут в прошлом иногда, вот в гольфе, когда ты живешь в прошлом, ты считаешь, что слил игру, то есть ты не выиграешь никогда, если ты будешь думать, что вот на той лунке я мог чего-то лучше сыграть. Все, это можно, то есть, садиться и отдыхать, потому что это не работает. Это вот очень важно. Это вот, кстати, тоже гольф учит тому, что нет прошлого, есть только будущее. То есть, как бы, ну, именно с точки зрения игры. То есть, это, ну, большой психологический. Многие люди в гольфе именно ломают вот этот стереотип, что вот, как бы, вот, и они вот, когда приходят в гольф, они переживают больше за то, что они сделали плохо, а вот когда они понимают, что можно по-другому подходить, что надо думать, что было-было, то есть надо играть дальше. Использовать и, опыт и да, делать. Это использовать это как опыт, совершенно верно. Как бы. Какие еще моменты есть тут? Это не надо бояться экономического формата расходов, потому что достаточно на сегодняшний день очень тренера за вход в гольф берут там, от там, 100 евро до 500. То есть разбежка очень большая, и, в принципе, на любой кошелек ты можешь найти тренера. Опять же, клюшки тоже, инвентарь, не надо покупать вот эти как бы, сказки про там, 5000 евро за там, комплект. Они, это, эти цены существуют, но они существуют, когда уже ты лет 5-7 отыграл, и тогда уже вроде ты потихонечку начинаешь там... подкупать что-то там, но подороже. Они собираются годами, да. Да, да, эти коллекции, да, годами собираются. Вот, а так это, в принципе, у тренера всегда есть прокатный набор, где там в течение всей вот этого тренировочного формата ты, он тебе дает, ты спокойно играешь, и дальше уже как идет, если ты там выходишь на поле, опять же, там первый там сезон можно, собственно, брать на прокат или купить там бушные клюшки там за... 40 евро, как бы, а с учетом, что, собственно, хоть палкой играй в то время, то есть все равно что-то пнуть надо. Это поэтому вот таким образом работает. То есть, как бы, одежда, ну, одежда, то, что вот мы как-то говорили с Олегом, что, ну, тоже, как бы, сильно не надо акцентировать на бренды, на все, потому что тот же майка Поло, она, если там черная, белая, как бы, она майка Поло остается, да. Там, шорты, ну, под ремень, да, то есть, как бы, кроссовки, ну, как бы, обувь для гольфа специальная, но на первых порах, если, скажем так, есть какие-то там плюс-минус кроссовки, которые не портят фэрвей и позволят вам комфортно на дожде не сломать ногу, то это подходит. Ну, то есть, что, если там... Отличная перспектива. Ну, если нет шипов, как бы, это при, если идет дождь, то там при ударе ты можешь достаточно лихо сковырнуться, да, то есть, как бы, то есть, такого я... Не встречал, но срывы ноги бывают такие. Вот, как бы я сам видел, сам где-то у меня самого было даже при шипах. То есть, как бы, если без шипов, это как, ну, значит, как в чешках в дождь. Да. Теоретически можно, но практически неудобно. Какие еще есть такие моменты, которые вот, на что особо стоит обратить внимание? Это вот одежда, инвентарь. Ну, собственно, и, конечно, должна быть какая-то мотивация. То есть, чтобы... Это самое главное. Ну, как бы это не самое главное, потому что зачастую мотивация, то есть ты идешь в гольф, потому что тебе нравится спорт, а мотивация появляется чуть позже. То есть когда ты уже чуть-чуть освоился, ты уже начинаешь понимать, что происходит, потому что как бы мы, когда открываем книгу, да, то есть как бы и учим азбуку, то есть это не самый мотивирующий как бы, фрагмент нашей жизни, скажем так. Это точно не мотивирует нас читать. Да? То есть здесь то же самое. Здесь мы берем клюшку, бьем, не получается. То есть вот это, чем больше мячиков ты на тренировочном поле отыграл, тем проще тебе будет потом как бы, ну, вот хотя бы какие-то самые. Хотя тоже тут бывает другой формат. У меня тут много друзей, которые
уже играют годами, и все равно на драйвинг рейнджи там живут. Там, вот, как ни приезжай, он там лупит эти мячики. Как бы. Но это у каждого совершенно индивидуальный подход, и он для него единственно верный. То есть здесь нету вот такого какого-то универсального рецепта, что вот только аспирин и только так. Нет, это каждый человек выбирает свой стиль как игры, так и, собственно, коммуникации. Стоит ли бояться и опасаться сезонности? Ну, то есть, вот многие там думают, зима, весна, наверное, еще не время, все-таки гольф – это лето, солнышко, и вот тогда пойду. С одной стороны, сезон существует, но мы в этом году видим, что сезон у нас вообще условно сейчас становится, по этому понятию, но также появляется у человека мотивация куда-то выехать. То есть, если, скажем так, до этого, предположим, он ездит в Турцию, и хорошо питается, красиво пьет и все остальное. То есть, как бы, и это, ну, скажем, я сам через это прошел. То есть, как бы, что, собственно, то есть, ну а дальше что? Ну, поел, попил, дальше что? То есть, это же, ежедневное такое дежавю тоже тяжело. Mm-hmm. То есть, это и организму тяжело, и все. А когда появляется гольф, то ты как бы уже едешь не кушать и пить воду, да, то есть, как бы там или какие-то напитки. То есть, а ты едешь играть в гольф. И тогда это совершенно ты внутри вроде как бы и достаточно красиво выглядишь. То есть, потому что внутри, когда мы едем в Турцию, мы знаем, для чего мы туда едем. За тем самым all-inclusive, да. Да, да, да. То есть, как бы, а когда ты говоришь, я говорю, ты там едешь, наверное, это самое, ты говоришь, не-не-не, я в гольф играю. То есть, как бы, и тогда уже вроде как бы тоже понятно, что all-inclusive, то он идет второй очередью, и, соответственно, вроде как бы не акцентируется на это внимание. Это присутствует. Вот сейчас ребята, надо, я думаю, даже прямо в данный момент пользуются услугами all-inclusive, в том числе на поле. То есть, как бы, но вот буду надеяться, что я тоже в следующем году, все-таки у меня тоже получится вырваться. А для детей, вот вы упомянули детей, что наверное, все больше и больше, да, люди тоже приводят и нет? Очень много, очень много. А, то много? Есть, да, то это есть сейчас, наверное, самое активно развивающееся, даже тренера, вот сейчас у них, скажем, это для них самый лучший, как и финансовый доход, скажем так, потому что мы как люди, которые взрослые, да, то есть ты сегодня так, завтра так, и там, поди, что скажи тебе. А когда родители привозят, то они уже возят независимо там, не от погоды. Режим. Да, и для ребенка как бы вариант того, что у него что-то болит, это там не сильно помогает ему выскочить из ситуации, он в любом случае приходит на тренировку. Но это чаще дети гольфистов, друзей гольфистов, или это просто могут вообще не связаны никак с гольфом быть, вот просто хотим попробовать? Здесь все зависит от родителей. То есть, конечно, что если у вас кто-то связан с гольфом, понятно, что вам проще, потому что вы можете действительно, ну, вам дадут картинку. Потому что на сегодняшний день вот эта передача, которая есть, это, наверное, единственная на постсоветском пространстве вообще что-то объясняет. А так все это в Гугле, а в Гугле это все очень сложно, это там этими формулировками. Это Tiger Woods. Tiger Woods, и слова drive, driving range, там, pitch, там еще что-то, кедди, как бы, или человек читает, и какая-то такая сложная ситуация. Mm-hmm. Здесь как бы все просто. И тут, если родители имеют желание, то они просто в данном случае подключают ребенка к существующим группам, в зависимости от географии. Юрмале, я знаю, очень хорошие школы, в Марупе хорошая школа, в Озе хорошие школы, по полям, которые поменьше, это вот Сигулда, Тухумс, там, по-моему, детского гольфа как специализации нету, но я думаю, что в Сигулде точно там Валдес умеет преподавать. В Тухумсе я не знаю, то есть и в Валмере тоже, как бы, там Авот есть, но я там глубоко не вникал в эту всю историю, как бы, вот они к нам в гости приедут, расскажут, тогда мы тоже расскажем. Передадите дальше. Обязательно, да. Но все-таки с гольфом такая уникальная ситуация, что, наверное, ну, хотя нет, в баскетболе и в хоккее тоже есть такие любительские команды, когда уже взрослые люди собираются, но когда вообще люди с нуля начинают, там, могут в 30, 40, 50, 60 лет. Какой вот этот потолок у вас? Вообще, самый? Вообще нет потолка. Вот как бы как снизу, как я имею в виду снизу, и 3 года можно взять клюшку, так и люди в 60-70 лет берут, да, приходят, особенно вот это, ну, у нас чуть-чуть это все не социализировано, но если вот посмотреть, как едут к нам скандинавы, в Италии гольф, в Испании гольф, там уже это очень много пенсионеров, для которых гольф – это, ну, скажем так, это шанс продлить жизнь. Ну, вот совершенно вот буквально так и звучит, потому что 15 километров в день – это и здоровый человек не сдюжит, да, угу. То есть не каждый. А тут, и им-то вообще как бы условно, у них жизнь как бы зачастую и проходит вот на гольф-поле, у них там тусовки, клубы, там
какие-то вечеринки, как, ну, у них там фейерверк эмоций, фейерверк эмоций, назовем это так, да, то есть как бы здесь тоже, здесь у нас тоже в Латвии это есть, люди приходят в гольф в разном возрасте, с разным совершенно социальным положением, сейчас тоже потихонечку начинает размываться вот этот формат вот этого элитного вида спорта, который вот на постсоветском пространстве. И я надеюсь, что мы как бы придем к какой-то социализации, как скандинавы, да, то есть у них гольф как... В Скандинавии тоже как бы не самая легкая сезонность, то есть там тоже все в порядке со снегом. Но в то же время они как раз, когда нет сезона, они по всему миру расползаются, ну, разъезжаются, спокойно играют, возвращаются, дальше играют, как бы вот такая коммуникация есть. Ну, на сегодняшний день он позволяет, гольф, даже облегченные клюшки, если там тяжело, может взять для женщин свои клюшки, то есть как бы для детей свои клюшки. Инвентарь подготовлен, ну, для каждого человека, чтобы ему было комфортно. Чтобы получать удовольствие, а не травмировать. Ну, удовольствие как бы это такое, когда удовольствие начинает... В основном получать начинаешь, когда получаться начинает, как в любом виде спорта. Когда получается, тогда ты уже совершенно там вот выходишь на какой-то уровень кайфа. А поначалу ты как бы сильно ненавидишь этот спорт. Сколько надо времени вообще для того, чтобы... Ну, понятно, опять-таки, что у каждого индивидуально, но в среднем там 10 занятий, тогда у тебя уже как-то ты хотя бы клюшку правильно держишь. Нет, проще 5 занятий. Я думаю, что 5 занятий, есть представление, скажем так, для того, чтобы выйти на поле. А дальше уже зависит от того, от самого человека. То есть, как бы, потому что вот бывают там люди, там, я знаю, что люди вот первый сезон вообще вот просто проводят на поле. Потом, ну, просто каждый день. Вот с утра, там, ну, не вечно. Как на работу. В 2 часа, да-да-да. Но потом как бы спокойненько, когда у тебя уходит эта вся история, ты спокойно выходишь на какой-то, ну, скажем, уже нормальный режим игры, когда тебе комфортно, это не мешает твоим каким-то рабочим обязанностям, независимо от того, ты владелец бизнеса или ты там работник какой-то. То есть в любом случае ты можешь всегда... маневрировать, в любом случае, в 5 часов поле тоже открыто. Тут больше главное, чтобы гольф не вошел в конфликт с семьей. То есть это турниры проходят по выходным, и там, если человек отсутствует дома все лето, выходные, как бы восторг второй половины будет достаточно сложный. Ну, поэтому часто семьи на гольф-полях целыми семьями приходят. Да, это есть, причем даже есть семейные династии, и в Латвии они есть, то есть там... Семья Пуситис, это то есть, как бы там и Дайнга, и, то есть, они все играют, причем играют очень хорошо. Дочка играет в Америке, как бы. Ну, то есть, вот это то, что я говорю, что люди вот изначально поставили цель, и эту цель достигли. Как бы что ребенок играет очень хорошо, на хорошем уровне, и при этом уже как бы она сейчас может и закончить играть, и в любой момент начать. То есть, уже как бы какая-то это. База заложена, мастерство и она будет. Уже да, есть. Ну, как мастерство. Да, у нее, кстати, мастерство совершенно. У нее мастерство. Это у нас как получится. Ну да, те, кто с самого начала, с самых азов, они, как вы говорите, техника у них уже. Они вообще, они волшебники. То есть, они, как они это делают, я играл с 12-летним пареньком, как бы я столько унижения не испытывал, наверное, за всю жизнь. То есть, как бы он делал маленьким взмахом то, что я там, блин, очень сильно хотел, и ничего не получалось. Вот это есть. А есть такая, ну, не знаю, как назвать корректно, не то что пренебрежительное отношение, но, например, на поле выходят профессионалы, которые уже привыкли, они в своем темпе идут, у них уже, они там знают, как себя вести, и новичок, который смотрит по сторонам, может там, не знаю, клюшка не туда, мяч не туда улететь, или наоборот, под мяч подойти, да, то есть, ну, такие вот моменты, как вести себя на поле, насколько к ним... что вот новички, боимся, срочно их надо в жилеты специально, чтобы все знали, что это необычные люди. Не-не-не, этих новичков мы все видим всегда, и 99% это, как это, вот с учетом, если вот по-человечески, то все флайты, которые играют, это мы играем уже годами, да, и в принципе мы даже, наша история уже достаточно похожа друг к другу, мы рассказываем, ну, примерно одно и то же, там, 5 часов на поле, 10 игр в месяц, ну, соответственно, представьте, 50 часов рассказывать что-то. То есть, ну, как бы. А тут это новый человек, это, во-первых, новые истории, это, так скажем, свежая кровь, которой можно, скажем так, и которая будет тобой восхищаться. Это очень важно. То есть, да, то есть, в любом случае профессионал. Да. С точки зрения уровня игры, как бы ты для себя, ты понимаешь свой уровень игры. То есть, ну, как бы ты об этом же ему не говоришь, что ты это не можешь, что не можешь, как бы, а вот так на вскидку ты играешь очень хорошо. И вот тогда, конечно, ты готов помочь. И, в принципе, вот я знаю, что
У женщин очень, очень сильно, вот в женском гольфе, там вот есть, вот был господин Гаврилов, у него есть еще супруга госпожа Гаврилова, вот она там активистка, она там берет под патронаж, там, в общем, там целая, как это, система, как ввести человека в гольф, научить правилам, то есть там, ну, достаточно все ответственно и очень так все по пунктикам. Но у них еще и помимо этого жизни, кажется, это тоже такое привлекательное. Ну, то есть начинают люди с гольфа, например, знакомиться на гольф-поле, а потом у них уже какие-то вне гольфа уже отношения какие-то завязывают. Ну, мы тоже это обсуждали, да, что это как бы то, что и говорили, что в гольф играют люди определенного психологического склада. То есть как бы то ни было, остаются вот именно те, кто самостоятельные, взрослые, не боятся ответственности. Как бы, ну, вот есть определенные критерии, без которых ты просто, ну, тебе не будет некомфортно на поле, соответственно, надолго ты не сможешь играть. То есть, как бы, либо тебе надо корректировать и играть, и, соответственно, ты будешь общаться с такими же людьми. А это, ну, как бы, некие критерии общей успешности, так скажем. В общем, не бойтесь начинать, попробовать. В любом случае стоит, надо. И не так уж это страшно, как может показаться на первый взгляд, и не так уж это сложно. Это точно. Как может показаться. Гольфист, владелец создательской группы «АПГольф», председатель правления «АПХолдинг» Александр Петров. Программа «АПГольф» Анастасия Смоловская ассистировала. И звукорежиссер Родион Золотарев был сегодня с нами. Спасибо, всего хорошего.